нас раскулачивали бедноту. Причем кто? У нас две фигуры было. Стеха Кучерова, это районная, блядь. Причем она подружка моей матери. Потому что раньше они жили так, дом против, через улицу, дом против дома. Вот. Ну и она приходила, то шить, то у нашей матери машинка была, Зиммер такая немецкая. И Иван Сараев, слепой на один глаз и хромой на одну ногу. И вот эти соберутся-то, комбеды создали. Все вот эту шантропу, бездельник. У которых ни кола, ни двора, нихуя ничего нету. Ну даже заборов, у нас там с плетней делают заборы, тогда же этих заборов не было, во дворе ни сарая. Ничего, ни курицы, ни собаки, ни кошки. Люмпыны вот эти собираются и каждый день решают, кого раскулачивать. Вот их 5-6 человек в день. А деревня у нас было 6 тысяч населения, было 6 тысяч в 1926 году, еще до колхоза. И вот они, значит, все забирают, сразу на себя натягивают, все берут, значит. И потом до того докулачились, что уже, ну, все разгромили. У нас уже так, вот хата через 4, через 5, вот хат там живут, а то все раскулачили, все это там. Разграбили, ну что там, стекла только вытащат и все, а вот что там с хаты ты возьмешь раз, глиняной. И вот, значит, это самое. Приходит к нам, она со своей подружкой пришла, берет машину. Зингер вот это берет и уйти собирается. А мать говорит, слушай, а куда ты машину берешь? А мы тебе раскулачиваем. А мать говорит, ах ты ёб твою мать, берет кочергу, да кочергой ее, кочергой. Ты знаешь, что такое кочерга? Конечно. Вот, это та, что угли, печки дальше. И кочергой ее, я ее, твою мать, говорит, ты раскулачу сейчас. И, да, значит, машину бросила и из хаты ходу. Вот так она раскулачивает. Творили вообще, ну, безумие такое, что вообще ты себе не можешь представить. Причем, не дай бог, чтобы ты слово сказал там какое-нибудь.
Килограмм дадут на 5 дней, а хлеб, вот такие печики, сырой, черный такой, сырой, мокрый прямо. Ну что килограмм получишь, пока на второй этаж, мы там же в столовой, комната наша же на втором этаже была. Пока поднимешься на второй этаж, уже половину, значит, съешь, а там садимся. Соль у нас такая большая, какая-то посудина была на столе, соль. Берешь соль, солью подсаливаешь, кружку воды, и доел этот килограмм, и 5 дней хлеба ни кусочка. И вот, значит, что весной на каникулы, а у нас директор был Бекессер, немец, умный, приумный, хороший, прихороший. И он взял нас домой, не отпустил, а послал на практику в совхоз. Причем всех распределили в совхозы, чтобы ближе к дому. А у нас там совхоз, Белые пруды, нас туда. И нас определили помощников учетчиков. Мы отмеряли там, сколько скосили уже, сено косили, значит, сколько скосил. Кто чего-то, я бегал целый день с этим. Но в совхозе все-таки кое-как кормили бурдой. А хлеба давали по 0,5 килограмма. Я хлеб не стал есть вообще. А вот бурду похлебаю и все. Потом в субботу я отпросился, значит, у этого учетчика сбегать. А у нас там 30 километров. И я, значит, вечерком... Нет, к утру, утром рано-рано встал, и где бегом, где пешком, значит. Прихожу домой с собой, взял булку, буханку хлеба, 3,5 килограмма хлеба. Прибежал, прихожу, смотрю, мать еле-еле ходит, сестра пухнуть начала. Ну, отец там тот в поле был, так то ежал поймает, съест, тут-то все, да то, значит, он такой разбитной был. Вот, я не знаю, может, и сусликов ел, да, все уже ели, там, ну, умирать-то ведь не хочется. Я, значит, когда принес этот хлеб, они все чуть в обморок не попадали. Это ж буханка, хлеб, чистый хлеб, хороший. Я им не говорю, что я в рот не брал хлеб. И они, значит, а девочек 4, 2 девочки моложе такие, ну вот как твои такие. Отца и 2, при нас были еще сестра ее, их и 2 девочки. Может, лет по 12 такие, по 14. Они в лес ходили, липовые листья собирали, липовые листья на машинке крутили и пекли, как оладьи, понимаешь? И потом с молоком ели, вот этим они питались. И вот, когда она отрезала им, значит, хлеба настоящего, кусочки, ну, конечно, небольшие, тоненькие, тоньше пальца. Они хлеб взяли, у них ручонки задрожали, они заплакали. Я тогда встал, говорю, ну я пойду. Она, да побудь тут и все. А я уже думаю, знаешь, как завтрак-то я проходил, а мне хоть на обед вернуться надо. Кушать тоже ведь хочется. И обратно бегом прибежал. На следующую неделю опять так же я прихожу. И опять буханку хлеба приношу. И так 4 раза я приходил, 4 раза я по буханке хлеба. За месяц я ни кусочка хлеба в рот не взял. Потом начали косить пшеницу, а пшеницу начали уже косить. Так я вот меряю, потом остановлюсь. Из колосьев выминаю и ем пшеницу. Thank you.
Вот эта власть верховная и милиция. Милиция что хотела? Милиция, начальник милиции арестовывает секретаря райкома. Райкомы и райисполкомы это ни во что превратили. Их же в Белоруссии расстреляли три состава всей государственной власти. Начиная от секретаря ЦК, все ЦК, весь это самый советскую власть, всю под корень и райкомы. И уничтожить весь офицерский состав высшей Красной Армии перед началом войны, это вообще преступление, которому нету равных в истории. Сколько же интеллигенции уничтожили, это же власть. Причем ни за что, ни про что. Цена во всем этим правилам. Берия, Господи, ай-яй-яй. И Сталин наш вождь, это вообще ужас. Он был, как ты называешь, параноик или как? Да, просто дьявол самый настоящий. Он не человек был. И вся его эта мафия. Я не за коммунистов. Коммунисты вообще... Видишь, что он делал? Видишь? Они же гады, они же все это творили. Чего они притворяют? Они же все это делали. А кто же? Я, что ли? Я же этого не делал. Кто же делал? Не ты же и не я. Они же были, они же. Ну что, приехали?